Новый хирургический корпус детской областной больницы разместится вот здесь. Он будет состоять из двух блоков – пяти- и семиэтажного. Два верхних этажа семиэтажного блока займут операционные. В новое здание переедут сразу 5 отделений хирургического профиля. Сейчас они занимают часть помещений шестиэтажного корпуса, построенного еще в 1987 году. Шестиместная палата и санузел в конце коридора – эти несоответствующие современным требованиям условия останутся позади. В этом корпусе будут значительно лучшие условия и для размещения детей, и их родителей, и улучшится база диагностическая и база лечебная. У каждого подразделения будет отдельная операционная, плюс экстренная общая операционная, чего здесь на сегодняшний день нет. С остальными больничными корпусами хирургические соединят теплые коридоры. Все вместе они составят единый лечебно-диагностический комплекс. Что же касается освободившихся после переезда помещений, то они простаивать не будут. Во-первых, за счет расширения площадей удастся сделать более комфортными для пациентов и сотрудников больницы отделения, которые останутся в этом здании. Также руководство больницы надеется перевести на единую базу подразделения, размещенные сейчас по улице Советской. Те отделения перейдут на эту базу, мы улучшим их условия, улучшим доступность оказания медицинской помощи, доступность диагностических и прочих отделений для и тех подразделений, все будут находиться в хороших общих условиях. Подготовкой необходимой документации занимается региональное управление капитального строительства. Как ожидается, возведение объекта начнется в будущем году, а завершится в 2023. Лечебное учреждение, как и прежде, сможет принимать порядка 14 тысяч маленьких пациентов в год. Вот только лечебный процесс будет проходить в совершенно иных условиях. Ольга Макушникова, Александр Жучков. События. Брянск.